Дамы и господа, доброго времени суток. Значит, сижу я, никого не трогаю, просто делаю классные задания в Red Dead Online. И тут ко мне приходит один из участников нашего супер-классного комьюнити и говорит: «Сократ, Сократ, там вышел новый бандитский абонемент, 5-й, блин, давай быстрее его качать!» И я такой: «Что? Откуда он вышел? Как он мог взяться? Ведь, по сути дела, действующие награды идут еще до 31 мая». И я захожу, и правда, новый бандитский абонемент. Нам пока больше ничего не добавили. Просто новый бандитский абонемент, который действует, как и награды прошлого бандитского абонемента, он действует до 31 мая. Все, что тебе нужно знать о бандитском абонементе, именно в этом ролике. С вами Готика, Сократ, погнали. Я на подскоке, песик, обкашляем вопросик. Ребята, первое, на что стоит обратить внимание, бандитский абонемент 5 действует до 31 мая, как и, собственно, бандитский абонемент 4, если быть точнее, его награды из четверки действуют до 31 мая, то же самое, как и бандитский абонемент 5. Это первое, на что стоит обратить внимание. Второе, на что стоит обратить внимание, стоит бандитский абонемент 35 золотых слитка. Вернуть из него вы сможете 25. 7 раз по 3 золотых слитка и 1 раз 4. Вы это сможете сделать на 80 уровне. То есть в бандитском абонементе, в этом новом нашем пятом, присутствует всего лишь 80 уровней. Я предполагаю, что после 31 мая нам будут добавлены еще 20 уровней этого бандитского абонемента. Однако Тес Фанс сказал, что до 31 мая у нас не будет никаких обновлений. Я с ним абсолютно согласен. О том, что этот бандитский абонемент был добавлен вместе с четвертым, с нашим большим обновлением «Охотники за головами» в декабре прошлого года, говорит лишь о том, что разработчики хотели, чтобы мы увидели, что будет в будущем. Они как бы и не скрывали от нас этот контент. А вот крупное обновление, его нет в файлах игры. Есть лишь только небольшие наметки на возможные взаимоотношения с водным транспортом, это с лодками и так далее. Об этом сейчас обсуждают на GTA форум, но крупных утечек нет по поводу будущего обновления. То есть нам слили бандитский абонемент, но никаких обновлений. Что же находится внутри этого бандитского абонемента? Собственно, как я и говорил в своих прошлых роликах, можете посмотреть их на этом канале. Ничего особенного здесь не добавили. Однако, у нас есть целый костюм, который интригующий, называется Фо-Шо. Я не знаю, как он в совокупности будет выглядеть на персонаже, как мужском и женском. Возможно, мы сделаем обзор на него в модном приговоре. Выглядит он действительно модно, стильно, молодежно, современно и не очень входит в канон Дикого Запада. Посмотрим, если он действительно нам зайдет, мы сделаем отдельный обзор на него в модном приговоре. Смотри модные приговоры, если ты еще не видел, какие классные подборки одежды мы можем делать в нашем крупном комьюнити Готика. Также в этом бандитском абонементе нам добавили усы, гриву, все как обычно, патроны, коллекционные предметы и так далее, так далее. Куча жестов, картины. Самое, что стоит обратить внимание, это расширение инвентаря патронов. Это лук, винтовка и револьверы. Также вы сможете с собой брать больше стрел. Это наконец-то круто. 40 стрел это было, на самом деле очень мало. Для любого PvP, любой PvP-шер с луком скажет вам, что это вообще недостаточно. Но теперь вы можете их брать гораздо больше, и это круто. Но мне кажется, этого вполне недостаточно для того, чтобы бандитский абонемент 5 мог как-то затмить первый, второй или хотя бы даже третий. Здесь нет раскрасок на лошадь, здесь нет масок на лошадь, здесь нет никаких изменений внешнего вида, каких-то особых уникальных дизайнов, каких-то подходов инновационных, которых не было раньше в Red Dead Online. Нам скормили все то же самое, что и было. Мы это видели в предыдущих бандитских абонементах. Ничего нового нам не добавили. Собачка, флаги и так далее. Это все было изначально. И мне очень жаль, что в целом игроки пытаются найти какое-то оправдание Rockstar'ам. Я лишь только
хочу, чтобы они занимались крупным обновлением, долгосрочным обновлением, основанным на движках современных, современных консолей. И если это так, то значит крупное обновление, весеннее, осеннее, зимнее, неважно каким оно будет, оно должно быть революционным. А ждать что-то сверхъестественного от бандитского абонемента я никогда не пытался и вам не советую. Потому что если об этом было известно заранее, за несколько месяцев, какая здесь может быть революция, какое может быть супер классное новое обновление с новыми ролями? Да нет, тот же самый бандитский абонемент, что и четвертый, добавили, теперь также качаемся, также бегаем, также стреляемся. И интересно только лишь, как выглядит этот костюм Фоша. И здорово, что гораздо можно больше брать с собой стрел. Собственно, для меня это вся разница. За 10 голды, которые я трачу, я получаю 80 всяких разных плюшечек, финтифлюшечек и так далее. В принципе, не такая уж и большая, не такая высокая цена. Ну, а с вами была Готика, с вами был Сократ. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Спасибо нашим спонсорам: Алексей Котов, Анастасия Морс, Вовка СПБ. И можешь стать и ты всего от 49 рублей в месяц. Поддержи нас, и я поддержу тебя.